Марафон добра взял старт чуть более недели назад, 17 февраля в столичном парке «Музеон», где установлена стела с добрым ангелом мира. Победители всероссийского смотра достижений приняли из рук представителей международного движения «Добрые люди мира» символический огонь. Сегодня мы зажигаем огонь добрых дел. Каждый год в этом месте под крылом ангела, хранителя добра и мира, мы даем старт международному фестивалю добрых дел. Этот огонь будет передан сначала Ногинску, потом его подхватит Одинцово, затем Бишкек, Пхеньян и Харбин. Победителям смотра достижений предоставили право проведения региональных конкурсов «Добрая песня России-2010». Сначала факел эстафеты добра принял Ногинский район. Здесь прошел первый этап конкурса. Эта программа как бы зрела давно, мы ведем ее уже год. Вот, и в конце концов вот так удачно получилось, что наш район в числе субъектов федерации, значит, завоевал вот это право участвовать в конкурсе. Я думаю, что мы не подведем, значит, и как бы наши коллективы будут достаточно там хорошо представлены. В Ногинске помимо творческого конкурса прошло награждение лучших представителей интеллигенции и социально активного бизнеса, проще говоря, благотворителей и меценатов. А затем факел добра был передан представителям Одинцовского района. Одинцовский этап регионального творческого конкурса прошел в волейбольном центре 25 февраля. Выступление исполнителя оценивало жюри, в состав которого вошли глава района Александр Гладышев, депутат районного совета Вячеслав Киреев, а также всенародно любимые Николай Николаевич Дроздов и Юрий Петрович Ковеленов. Конечно, этот фестиваль очень уникален. Он проходит впервые на территории нашего Одинцовского муниципального района. Но вы все, ребята, практически участвовали в отборочных, соревнованиях. Ну, на отборочных этапах нашего фестиваля писались прекрасные стихотворения, писались прекрасные песни, картины, научные работы. В принципе, все то, что мы пересмотрели, вызывает уважение и за тот большой труд, который вы, значит, посвятили в преддверии 65-летия победы в Великой Отечественной войне. Вместе с творческими номерами прошло награждение наиболее достойных людей нашего района. Среди лучших оказались начальник Одинцовской госавтоинспекции Владимир Егоров, руководитель МОЭП «Одинцовская теплосеть» Григорий Асатиани, орден за заслуги перед искусством получил ведущий телекомпании «Одинцова» Алексей Лагутин. А победителями Одинцовского творческого этапа конкурса ожидаемо стали театр Натальи Бондаревой, театр-студия «Ладушки», Дарья Пантюшова и покорившая зал исполнением песни «Катюша» юная Валерия Курнушкина. Хочется отметить вообще очень высокий уровень подготовки. Видно, что не один день готовились, прошли отборочные конкурсы. Но прежде всего, это не только конкурс, это праздник для вас и праздник вместе с вами. Глава Одинцовского района Александр Гладышев высоко оценил прошедший этап конкурса. Многие маленькие наши таланты, очень маленькие, сегодня засверкали на нашей сцене с удивительной стороны. И поэтому я очень рад, что сегодня состоялся наш фестиваль Одинцовский, о том, что мы можем эту частичку своей души передать Оренбургу и пожелать всего самого-самого доброго, мира, добра и благополучия всем участникам фестиваля и всем нашим россиянам. Затем символический факел добра был передан представителям Оренбургской области. Теперь одинцовцы будут представлять наш район 6 марта в Москве в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. В случае победы нашим артистам предстоит выступить 27 апреля в Государственном Кремлевском дворце в финале национального смотра. Петр Горохов, Дмитрий Цибулевский, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».